Владимир Владимирович, я к вам обращаюсь по следующему вопросу. Я к вам написал письмо о том, что нашу организацию постоянно принуждают, издеваются над ней. Прошлый год было несколько раз, стреляли. Все время идут угрозы, что ее уничтожат, офис сожгут. Значит, непонятно, какая причина, что. Мы просим вас разобраться. Мы люди нормальные, никогда против закона не шли. Так что просим вас разобраться.